Мальчик, привет, привет, на которой пижуровская жизнь. Ну что, машину мы сделали, сейчас идем гулять по покровочке. Вован меня вынудил одеть куртку, типа дождь будет. Ага, сейчас иду парюсь, блин, в этой куртке. Ой, создается какой-то как эффект парниковый под ней. А под ней у меня майка, если я сниму, будет мне холодно. Что вот, виновник. А он-то сам вот расстегнулся, идет. Я сейчас тоже расстегнусь и буду так идти. Мне жарко в куртке. Как, знаете, эффект парника. Иду потею. О, ангелочки. Кстати, вот тучи были такие прям черные. И как-то, знаете, раз рассосались. И все, и ничего нету. Не, мы от них уехали просто. Не оттуда, да? Идут. Сюда еще так. Слушайте, мне кажется, мы так намазюкали машину. Я боюсь, там будет это, знаете, как трехэтажный слой. Там все отлетит потом. Трехэтажный слой. Ну, временный, как эффект. Сделали. Но я боюсь, что он потом отвалится. Вот посмотрите, зайди в предыдущий ролик, посмотрите, как мы ее намазюкали. Аж прям от души так. Чтобы ровненько и тоненько, это вот как раз те. Это надо снимать, из курить и прочее. Нет, из баллона. Ну, ты надо, да. Берешь так, сначала зачищаешь режим, что носишь грунтовку. Эту краску. Это да. Как типа, знаешь, когда вот это. Да я поняла. Обрабатываешь эту вот. Поняла я. Куртку там. Вообще, я не могу, мне прям жарко в этой куртке. Чтобы она не промокала. Она липнет к телу. Она, видишь, прям к телу. Состояние краше. Да-да-да-да-да. Ну, главное, чтобы да, первичный ремонт своими руками сделали. Фига себе, вот этот певец, в смысле, гитарист, обзавелся микрофоном. Он раньше просто это без микрофона пел. А сейчас, видите, слышно было. Ну, прикольно. Встретимся и за секунду проносится ночь. Ну, честно, мне не очень нравится, он поет. На вечность еще он хорошо играет на гитаре, но поет он не очень хорошо. Вот. Он привык орать без микрофона. Да. Не, знаешь, он привык кричать без микрофона, и вот сейчас то же самое делает. Только микрофон. Не, вообще здесь, конечно, много интересных коллективов, которые здесь выступают. Можно послушать. Кстати, мне советовали съездить в Городец. Чего там? Мне, кстати, советовали сделать съездить в Городец, прислали такие очень классные фотки. Никита и Катюша. Вот, они сейчас у нас в городе отдыхают. Вот. И в Городце у нас прям вообще красота. Ну, я была, по-моему, в Городце один раз. Вот. Но я, честно, я не очень люблю такое, знаете, зодчество. Ну, конечно, города у нас есть красивые, такие области. Я, знаете, куда хочу? В Макарий. В Макарии там прикольно. Ну, ничего интересного. То, что это городецкая роспись. Не, ну там они прислали, знаешь, такие красивые, эти, как их там... Там в основном музей. Домики такие, да. Там музей. Деревянное зодчество. Да, музей деревянного зодчества. Честно, мне вот это не очень интересно. У нас только вот это здесь в городе и по области. И деревянное зодчество. Ну, да. Ничего интересного больше. Нет. Я вот лучше, знаешь, это, в Макарии на страусиную ферму съездил. Мне кажется, там будет повеселее. Ну, каждому человеку свое. О, заходит. Кто-то бьет уже. Не, это не бьет это. Слушай, ты иногда так хочется сходить побить посуду. Что, знаете, так это? Хейтер. Да. Ну, так. Тома так. Проходишь мимо и забьешь. Ради каких-то людей тратить еще деньги на то, чтобы бить посуду. Я считаю, что посуда того не стоит, чтобы ради каких-то непонятных личностей бить. Вот у нас новую плитку сделали. Говорят, какая-то новая технология с зазором. Не, видишь, немножко осталось полсантиметрика. Типа обещают, что она так больше разрушаться не будет. Зазоры. Так же. А, девочки, инспектируем. Давно здесь не были. Проводим инспекцию. Кажется, нижегородский патруль пиратский в детстве. Это что за люди? Смотрите, уже смычка опять нету. Ну, капец. Смотрите, помните, я вам недавно показывала, что смычок мы восстановили? Что за люди? Смычок украли. Ой, вообще. Правильно Бог говорит, варвары. Варвары. Вообще. Чего вам смычок сделал, люди? Зачем вам этот смычок? Ой. Ну так вот у нас постоянно гадят.
деревянный сделать, красить его в бронзу и поставить. Так они сказать, берут здоровье. Его, чтобы типа сдать его, что-то? Конечно. Сколько он весит-то, господи? Не знаю. Весит, наверное, грамм 200. Если из такого же материала, как и... Представляете? Памяти, то... Вот, и его, кстати, самого пытались упереть. Ноги ему подпилить. Что за люди? В этой куртке как в парилке. Знаете, девочки, я походу худею. Из-за того, что это создается парниковый эффект. И, как знаете, некоторые обматываются специально пленкой. Вот, а я оделась. Жарко. Бля, а снять это будет холодно. Не знаю, что делать. Что есть пах? Вон тут помидорка, бычье сердце. По 359. Вот такая вот помидорочка. О, нифига себе, здесь как-то по-другому что-то все разложили. Нифига себе, смотри как. Прикольно. Обновили. Ребрендинг, так сказать, сделали. Убрали здесь ряд, получается. Ух ты. Классно, да? О, по-человечески, смотри, как красиво все сделано. А это, кстати, вот в некоторых парах так же. Все. Нет, так не было. Я вот знаю, с бочками. Я говорю, как на педали так. Не, ну красиво получается, смотри. Подожди, лука бы взять немножко, у нас лук, по-моему, мало. Все, сейчас возьму. Не, здорово, молодцы. Вот, смотрите, видите, лук репчатый, Волгоградская область, 79 рублей. А мне что-то говорили, что типа по 60, по 40, ну, по 70. Красный репчатый, 100 рублей. Вот так, свекла, 49. Сетки он вообще, пожалуйста, 89, это за сетку, 3 луковицы там, 500 грамм. Ялтинский лук 269. А, дорого. А, обалдеть. Хочешь импортный, хочешь наш. Ты понимаешь, вот эти вот 3 килограмма персила, да, они соответствуют максимум литру геля. Вот. Ну, то есть это... А так вообще гель очень дорогой, конечно. Пойди сам. Вон, Ариэль, смотри, 800 рублей. Но это за 2 литра. Вот здесь даже 2 нету литров. Ну да. А стирают, в принципе, плюс-минус одинаково. Они же не отстирывают вот эти супер-пупер-пятна. И все. Для повседневной стирки вот это вот все. Чисто освежить одежду. Ну, блин, за, извините меня, там бешеные бабки это все покупать нафиг надо. Вот так вот. Хорошо, что есть российские производители. Да? Вот. Да. Да. Новый. Да. Санита. А вот это. Ну, нифига себе новый, бля. Видишь, написано. Что тут? Охренеть, гель, 289. Да? Гель, да? Гляди. Ну. И где тут гель? Вода, блин. Вода водой, да. Не, ну такой, такая цена, еще 289, вообще не сумасшедший. Вот здесь то же самое, видишь? Этот даже гуще. И цена. 113. Не, есть вот такие вот, например, эко. Большая упаковка. Гель новый, да? Ой, да они все жидкие. Типа немецкие. Это как-то... Что, Германия-то решила нас это признать? Типа. Это что это? А что-то они не поддержали санкции, чтобы мы сдохли от грязной посуды. Это вдруг что? Мы не пришлем гель для мытья посуды. Пускай они в грязной посуде едят. Санкции. Такой смех и грех вообще. Фига себе. Что тут за детское питание? Что-то у них все представили, блин. Фига себе. Вон они свои. Да? Пропал-то? Подожди, бумажка. Вот Зева говно. Вот Зева говно стало вообще. Делюкс, Хирукс. Это вообще крошится, как я не знаю, что. Просто прям, знаете, вода. Это, и просто она вся вот в труху. Вот самый нормальный сейчас Делюкс у папи. Она такая более-менее хорошая. То есть она не крошится. А вот это все... Это, то ли состав стал какой-то такой, то ли что. Раньше, по-моему, Зева была нормальная. Сейчас говно-говно. А, станки, значит, сюда переставили, да? Да, а все остальные там, где были. Кстати, станки. Заказала вот Rexona на, по-моему, Wildberries 182, что ли. Ну, короче, дешевле. Так же, как и здесь. Или, 172. Ну, короче, дешевле. Пару пачек. Ух, ребяточки, добрались мы до дома. Смотрите, сколько всего мы накупили. Давайте периферия. Опа-о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 па
потратили 3000 рублей. Да. Около 3000. Вот, много чего вкусного накупили. Сейчас вам буду все показывать. Давайте сделаем заставку. О, мороженое и вода.
Вот. Приятного на аппетита. Смотрите, взяла мороженое, давайте я его сразу уберу. Покажу, вот особая коллекция, 300 рублей, нам очень нравится, он вкусное такое. Оно шоколадное карамель, соленое карамель с шоколадным трюфелем. Вот оно у меня уже тает, все. Вот. Стоит 300 рублей. Сейчас я быстренько уберу морозилку, пока оно не растаяло. Все. Все. Ой, ну остальное у нас, в принципе, не растает. Дальше, что мы взяли? Слушайте, как я и говорила, лук сейчас на самом деле очень сильно подорожал. Да и вообще, на самом деле, нормально вот так фиг найдешь. Вот с пары по 79 тут набрала немножко лучка. Вот, не знаю, сколько, насколько здесь в общей сложности. Ну, чисто немножко. Потому что лук дорогой, да и не очень хороший, мне не очень понравился. Лучше потом схожу в палатку к ребятам и возьму нормального лука. Там, по-моему, кстати, и подешевле. В общем, завтра мы все-таки решили собраться на грибы. Посмотрим, как у нас получится. Но в любом случае прокатимся. Очень надеюсь, что не будет как в прошлый раз. Но технологию вправления бампера мы уже освоили. Поэтому на завтра взяла еще вот такой колбаски. Сыровяленый. Сальчичон. Вот таким жирком хорошим, смотрите. Хорошая такая колбаска. Как раз сделать завтра бутербродики, перекусить. Потому что, как я понимаю, что мужики опять о себе не позаботятся. Так что лучше я позабочусь о мужиках. Вот. Взяла колбаски. Хорошая, кстати, по акции. Она такая копчененькая, поэтому ее с собой можно брать совершенно спокойно. Она не испортится. То есть, по крайней мере, несколько часов она после холодильника будет в хорошем состоянии. Вот. В общем, взяла вот такой колбасочки. На всех, думаю, бутербродиков хватит. Дальше. Взяла еще хлебца. Вот такого вот. По-моему, что-то типа бородинского. Ой, вкусно так пахнет, свежий, хороший хлебушек. Сделаю как раз бутербродики. Вот, плюс сырочек. Вот, сырок взяла, знаете, мне очень нравится. Сыр чеддер ред. Вот такой вот сыр чеддер ред. Он такой, знаете, желтый-желтый. Может быть, кто-нибудь видел, точнее, или покупал сыр вот этот вот, который Хохланд. Для бургеров. В принципе, мне кажется, он плюс-минус такой же, да, по вкусу напоминает. Правда, там он, знаете, он такой плавленый идет, а этот вот такой более жесткий. Но шикарно тянется, шикарно плавится, и цвет мне очень нравится. Он такой, знаете, красивый-красивый. Есть еще чеддер, по-моему, другой цвет, я помню, точно есть. Зеленый, по-моему, еще был, и еще какой-то там другой сыр. Но я на этот раз взяла такой чеддер, мне очень понравился по вкусу. Он еще такой, знаете, вкусный, сливочный. Кстати, кто брал, мне понравился. Он стоит в паре 849 рублей 90 копеек. В принципе, не дешевый сыр, но вкусный. Вот, поэтому взяла такой сырочек. Конечно же, Вован не смог пройти мимо селедочки. Вот такой вот селедочковой икры. А вот. Икра у нас получается икра сельди, соленая в масле. Вот такая вкусненькая корочка. Вот, решили посолиться немножечко вечером. Также, тоже, это уже я не смогла пройти мимо. Мне очень понравилось кусочки палтуса слабосоленые. Ой, обалденно вкусная рыбка, нежная, вкусненькая. Ой, я понюхала, мне прям очень понравилось, свеженькая. А в спаре она по 1499, вообще не дешевая. Вот это, кстати, икра 1300. В общем, здесь на 176 рублей, а здесь на 230. Но, знаете, красивенько так уложить, вкусненько. Я сейчас картошечки отварю. Вот, просто отварю, хочу отварной, без пюре, без всего. Вот, еще взяли вот такое вот мяско. Смотрите, вкусненькое. Вот такое вот мяско нам посоветовали по акции. Кстати, очень хочу кушать, поэтому надо его открыть и продегустировать. Так, это у нас рулет из грудинки традиционный. По акции там что-то, по-моему, 300 рублей он идет. Вот, хороший такой кусочек нам отрезали. Мясистый, потому что есть у них и такой, знаете, жирноватый кусочек. Вот это такой, знаете, хороший, такой мясистый. Так, это все убрать, выкинуть. Вот, смотрите, такая грудиночка. Такая вах, 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 вах. Вау! Так, мы попробуем. Надо продегустировать. Вот, я еще что хочу. В принципе, неплохо. Хорошая колбаска. Мясистая. Сейчас пару кусочков Вовану отнесу, а то тут начнется. О, жрет там, сидит, меня не угощает. Сейчас приду.
Ну все, вам счастливый и довольный. Как говорится, только колбаска-приемник открывается и все. О, слушайте, очень вкусная. Очень вкусный такой рулетик. Слушайте, мало взяли, половину сожгли. Туда голодали. Сегодня говорю, суп съели, как-то мало. Одни уши были. Также взяли еще вот такой вот шайку. Она была без акции. Или по акции. 600 рублей. Неплохая шайка, мы уже брали. Сочная, вкусная. Обалденно. Вот мы с вами перекусили. Можно сходить. Так, шейка у нас получилась на 236 рублей. Здесь практически 400 грамм. На ужин решили сегодня сделать куриные крылышки. Вот чернышиха. Не помню, почем они стоят. В общем, взял такие вот крылышки. Они уже в маринаде. То есть их только чисто прям вот просто снять этикетку и отправить в духовку. Так, разогреть духовку до 180, удалить этикетку и 30-40 минут готовить. Сейчас как раз сделаю обзор, сразу поставим, чтобы они были вкусные и приятные. Так, также еще взяли вот такой вот хлебушек. Так, здесь у нас хлебушек какой. Стоит, кстати, 54 рубля. Хлеб бездрожжевой, старославянский. Вот что-то Вован заинтересовался, ему захотелось вот такого хлеба. Он идет, кстати, с семечками подсолнуха. Вот такие маленькие есть. Пахнет, кстати, прикольно. Какой-то бездрожжевой. Ну, типа мы на диете. Но при этом мы еще взяли вот такие вот булочки. Булочки Синнабон. Девочки обалденные. Мне очень нравятся такие булочки. Правда, они не дешевые. Синнабон с соленой карамелью и арахисом. Это просто вот сочетание, которое меня просто пронзает. И все, я не могу думать. Я хочу жрать. И плюс я еще голодная была в тот момент. 200 рублей вот такие вот булочки стоят. Каждая по 100 рублей. Но, в принципе, они очень вкусные в споре. Они такие, прям, знаете, нежные-нежные. Завтра будем на завтра кушать. Так, яблоки еще взяла. Вот, ну, знаете, яблоки это универсальный фрукт, который можно помыть и взять с собой, как перекус, и очень полезно и вкусно. Завтра как раз тоже возьму с собой яблоки. Это яблоки Pink Lady. Вот, что-то типа галы, вот, они такие небольшие идут, стоит 149 рублей. Прикольные яблоки, такие, знаете, как это, семеринка или что-то такое. У меня отец, по-моему, подобные яблоки выращивал, он называл их, по-моему, желто-полосатые или как-то так. Как-то вот такое интересное название. Кстати, кто такие тоже выращивал, напишите в комментариях. Так, это у нас хлебушек, это я показала. Дальше, не смогла удержаться, взяла черешню. В принципе, в спаре она хорошего качества, по 300 рублей. Турецкая черешня, слушайте, достаточно крупная. Я не стала там стоять, там набирать каждую штуку. И вот я взяла прям горстями. В принципе, она достаточно хорошая вся. Ну, там, может быть, несколько ягодок ну, будет не очень хорошая, но это ладно. Взяла немного. А вам тут, ой, кто ее жрать будет, там, поля. Я говорю, я буду есть. Успокойся. Мне нравится, на самом деле, вместо, знаете, каких-нибудь, там, не знаю, чипсов или еще что-то. Вот, просто вот такую вот черешню, как семечки. Я считаю, что это великолепно. Великолепный перекус, очень вкусно. Дальше взяла еще майонез. Майонез, раздражитель поджелудочных желез. Майонез, жирный, вкусный майонез. Так, майонез Добрый Провансаль, наш нижегородский. Очень, кстати, вкусный майонез. Один из лучших, кстати, за таким майонезом к нам очень многие москвичи даже приезжали. Сейчас не знаю, может быть, приезжают, не переезжают. Но вообще было такое, что за нашим майонезом приезжали. Потому что он действительно очень вкусный получается. И, знаете, всякие рябы мне не очень нравятся. Хотя, по сути, в одном заводе это все делается. Но вот это вот с Добрый, именно провансаль, мне очень нравится. 67%. Одна упаковка там по акции 149. Вот, в принципе, нам надолго хватает. У него хороший срок годности. Так что взяла сразу большую пачку. Дальше. Ну хлеб я вам показывала.
И взяла завтра еще на завтра воду негазированную Архыз. Вован сказал, что лучше брать негазированную. Ну, кто я такая, чтобы не слушаться, точнее, чтобы не слушаться своего мужа. Поэтому я взяла то, как он сказал. В общем, в общей сложности 3000 рублей. Но взяли все и сладенькое, и колбасочку взяли, и то, и пятое, и десятое. В общем, как говорится, можно жить, товарищи, можно жить. Вот, и сыр есть, и все. В общем, вот такая закупка. Сейчас, знаете, в магазин приходишь, цены, конечно, вообще дикие. Вот, все растет на глазах, просто, ну, просто даже не успеваешь все смотреть, но... Ничего, к сожалению, не поделаешь. От нас это не зависит. Пытаемся выбирать какие-то альтернативные продукты, какие-то альтернативные там марки, там фирмы и прочее, но все. Вот даже лук банально 79 рублей. Вот так. Что у вас, сколько стоит, напишите в комментарии, сколько вы обычно закупаете, что вам нравится, что вам не нравится. Вот, понравился ли вам сыр? Cheddar Red. Мне, кстати, очень понравился. Я уже не первый раз беру. Прям вот взяла один раз, влюбилась. Там еще, кстати, был такой швейцарский сыр. Мне очень нравится. А, знаете, вот такой, как юбочкой такой. Ну, он красиво так сделал. Я не помню, как он точно называется. Он как, знаете, как ажурчиками. Ажурчиками такими. Очень прикольный сыр. Мы там брали как-то несколько раз. Но он, конечно, дорогой. 300 рублей за 100 грамм. То есть по 3000 килограмм. Но, блин, он такой вкусный вообще. Так что вот, ну, как-нибудь накопим и возьмем. Кредит возьму на сыр. Прикиньте, прихожу в банк и говорю, вам на что кредит? Я говорю, на сыр. 3000 рублей. Да, шучу, конечно. Ладно, на сегодня у нас все. Пошли быстренько поставим наши крылышки и будем ужинать. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Всем всего хорошего, увидимся. Пока-пока.